Музыкальная палитра – это традиционный фестиваль дошкольных образовательных учреждений, где все анапские детсадовцы демонстрируют свои творческие способности. Первые участники фестиваля уже давно закончили школы, а добрую традицию продолжают современные дошколята. Уровень и качество номеров выросли вместе с детьми. Красочные костюмы и безупречная постановка танцев никого не оставили равнодушными. В этот день на сцене были и просто танцы, и мюзиклы, и даже спектакли. Умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам. Стыд и срам. Практически в каждом номере огромная любовь к природе, русской культуре и к своей родине. Все дети получили подарки. Лучшим коллективам детских садов вручили грамоты. И всем участникам фестиваля благодарственные письма. Церемонию награждения провела заместитель главы курорта Людмила Мурашова. Вот нигде, как в дошкольных детских учреждениях, в детских садах, нет такого тандема родителей и детей. И я желаю вам всем как можно чаще улыбаться, как можно чаще вашим детям быть на такой большой сцене. И мне очень хочется, чтобы каждый ваш ребенок с такой большой сцены вышел в такую же красивую, хорошую, большую жизнь. Успехов всем нам с вами в воспитании такого юного, творческого, талантливого, красивого, молодого, юного поколения города Анапы. Именно так каждый год начинается лето на федеральном детском курорте. И так будет всегда.